Либо второй вариант, она вообще делает не то, что хочет. Не может человеку быть некомфортно, если он делает то, что он хочет делать. И посмотреть, будет ли это для нее комфортно. Вопрос очень женский. Обычно у мужчины, если у него получается, то ему не может быть некомфортно, ему нормально. А у девушки все у нее получается, но ей некомфортно. Тут два возможных варианта. Либо она танцует не с тем, с кем она хочет танцевать, и поэтому ей некомфортно просто не от того, что она делает, а от того, с кем она находится. Либо второй вариант, она вообще делает не то, что хочет. Не может человеку быть некомфортно, если он делает то, что он хочет делать. Поэтому я бы советовал такой девушке пересмотреть вопрос того, что у нее получается, и с чем она сравнивает то, что у нее получается, и перестать делать то, что ей говорят другие, и сделать то, что она хочет сделать сама. И посмотреть, будет ли это для нее комфортно. И второй момент. Хорошо бы этой девушке научиться отказываться делать то, что ей некомфортно. И тогда, возможно, ей предложит партнер сделать что-нибудь, что ей будет комфортно, и тогда она это сделает. И тогда и все получается, и комфортно сойдутся вместе, и получится очень приятная танго. Thank you.